Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons avoir le troisième texte de la série « Texte commenté ». Сегодня у нас будет третий текст из серии «Тексты с комментариями». Dans le texte d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de conversation « Acheter des produits alimentaires à l'épicerie ». В сегодняшнем тексте мы затронем разговорную тему «Купить продукты питания в бакалейной лавке». Nous allons également aborder les sujets de grammaire suivants. Мы также рассмотрим следующие грамматические темы. Expression impersonnelle, безличные выражения, règles des quantités, правила количеств, temps du verbe le futur proche, время глагола futur proche, будущее ближайшее. Nous allons introduire la notion de l'article partitif, введем понятие частичного article. Et nous allons apprendre de nouvelles expressions. Et также мы изучим новые выражения. Passons à la lecture du texte. Allons-y. Перейдем к чтению текста. Поехали. À l'épicerie, в бакалейной лавке. Le client. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un petit morceau de comté, s'il vous plaît. Client. Итак, мне нужно ветчины, сыра конте, сметаны, яиц, воды. Здравствуйте, monsieur. Я хотел бы кусочек конте, пожалуйста. L'épicier. Бакалейщик. Voilà, monsieur. Et avec ceci. Вот, monsieur. Et что еще? Le client. Client. Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Дайте мне еще, пожалуйста, небольшой горшочек сметаны и дюжину яиц. L'épicier. Voilà, ce sera tout. Вот, это будет все. Le client. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles de plate. Нет, мне нужно еще 4 ломтика ветчины, пожалуйста. И я возьму 2 бутылки воды без газа. В этой фразе вы видите безличное выражение «il faut». Во французском языке безличное выражение называется «expression impersonnelle». Давайте вместе рассмотрим и поймем, что такое безличное выражение. Из самого названия «безличное выражение» «expression impersonnelle» видно, что там нет действующего лица, лица, которое совершает действие. Если взять любой глагол, любой группы и проспрягать его. Par exemple, prenons le verbe chanter. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Мы везде имеем действующее лицо. Je chante, я действует, il chante, он действует, nous chantons. Лицо, мы, vous chantez, вы, il chante, они. Есть такой глагол neiger. Значение его – идти снегу. Il neige – идет снег. Во всех безличных выражениях во французском языке применяется местоимение третьего лица единственного числа мужского рода «il», но оно никак не будет переводиться. Поэтому выражение «il neige» – идет снег. Здесь ни я, ни ты, ни он, ни мы, ни вы, ни они не совершают действия. Идет снег. Никакое лицо не совершает действия со снегом. Он идет. Это выражение без лица, безличное. Il neige. Давайте рассмотрим следующий глагол. Le verbe pleuvoir. Идти дождю, дождить. Этот глагол применяется исключительно в безличной форме. Il pleut. Идет дождь. Кстати, нужно сказать, что при выражении явлений погоды очень часто применяются безличные выражения. Следующее безличное выражение, относящееся к погоде, il fait froid. Холодно. Когда вас спрашивают, quel temps fait-il dehors? Какая погода на улице? Vous dites, il fait froid dehors. На улице холодно. Il fait froid. Холодно. Опять-таки, здесь нет никакого лица. Просто холодно. Ни я, ни ты, ни он не делаем холод. Холодно. Следующее выражение тоже относится к погоде. Il fait chaud. Жарко. Еще одно выражение, относящееся к погоде. Il fait du vent. Дует ветер. Ветрено.
ветер, хотя здесь самого глагола «дуть» нет. «Il fait du vent» – это понятие, что ветрено, дует ветер, есть ветер и так далее. Смотрим следующее безличное выражение. «Il gèle» – морозит. Наверное, вы знаете желе и наверняка любите в качестве десерта желе. Так вот, le verbe «geler» – морозить. «Il gèle» – морозит, стоит мороз. «Il dégèle» – оттаивает. Теперь рассмотрим очень интересный глагол «falloir». Собственно, с него мы и начали рассматривать безличные выражения. Глагол «falloir» передает понятие «долженствования». Это те случаи в русском языке, когда мы говорим «надо пойти к врачу», «надо сказать это», «надо заявить в полицию». Ниже ознакомьтесь, пожалуйста, с выражениями, которые можно применять в речи с глаголом «falloir». В частности, с выражением «il faut» – «надо». А теперь очень полезное выражение с глаголом «falloir» – «il faut». «Il me faut» – «мне надо», «il te faut» – «тебе надо», «il lui faut» – «ему надо», «il lui faut» – «ей надо», «il nous faut» – «нам надо», «il vous faut» – «вам надо», «il leur faut» – «им надо». Par exemple, например, «Il me faut du jambon» – «мне нужна ветчина», «мне нужно ветчины». Здесь выделено красным «du» – это артикль-партитив, частичный артикль. Потихонечку вводим это понятие, о частичном артикле мы будем говорить отдельно очень много и, предполагаю, долго. Voilà, «Il me faut du jambon» – «мне нужна ветчина», «мне нужно ветчины». «Il lui faut de la crème fraîche» – ему, ей нужна сметана. Ему нужно или ей нужно сметаны. De la в данном случае тот же самый частичный артикль, article partitif женского рода. Il nous faut du fromage comté. Нам нужен сыр comté. Du, article partitif, частичный артикль, указывает на то, что нам нужно некое количество, какая-то часть от целого понятия сыра, сколько-то. Pour faire cette salade, il faut avoir des œufs. Чтобы сделать этот салат, нужны яйца. Des, article, partitif, частичный артикль множественного числа. И, пожалуйста, обратите внимание, en œuf, одно яйцо, des œufs, f, ne se prononce pas, f не произносится, во множественном числе. Итак, en œuf, des œufs. Il faut de l'eau. Надо воды. Нужна вода. De l apostrophe это тоже разновидность частичного артикля. De l'eau. Воды. Какое-то количество воды. Часть от целого. А на повседневном русском языке это будет звучать как «нужна вода». Allons plus loin. Пошли дальше. Je voudrais un morceau de comté. Я хотел бы кусочек сыра comté. Je voudrais conditionnel. Смотрим, что такое наклонение conditionnel. Le mode conditionnel. Существует le mode conditionnel présent, условное наклонение настоящего времени, и le mode conditionnel passé, условное наклонение прошедшего времени. Пример мышления в conditionnel présent, условном наклонении настоящего времени. Мне надо бы пойти к врачу. Тебе надо бы съездить к Пьеру. Пример мышления в conditionnel passé, условном наклонении прошедшего времени. Тебе надо было бы сходить к врачу. Вам надо было бы сказать вот это. Le conditionnel – это условное наклонение. Из самого названия видно, что это какое-то действие, которое могло бы совершиться, но при каком-то условии. То, что мы в русском языке говорим «я бы пришел», «я бы сходил», «я бы сказал», «я бы сделал», «мы бы вас поняли, если бы вы выражались попонятнее» и так далее. Вот это все есть conditionnel, от слова condition – условие. Et maintenant, le conditionnel présent des verbes irréguliers. А теперь conditionnel présent глаголов неправильных. Наберемся терпения. Дело в том, что для conditionnel présent глаголов неправильных применяется специальная основа неправильного глагола. К
Кстати, эта же основа применяется и для образования времени «futur simple» – будущего простого времени. В этой таблице находятся глаголы, наиболее применяемые в речи. Более жирным шрифтом выделена основа неправильного глагола, та самая основа, которая применяется для образования «conditionnel présent» и «futur simple». Le conditionnel présent du verbe vouloir. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, elle voudrait, on voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait, elle voudrait. On continue l'analyse du texte. Продолжаем анализ текста. Je voudrais un morceau de comté. Перед существительным «comté» отсутствует артикль. Далее фраза «un petit pot de crème fraîche» отсутствует артикль перед «crème», перед существительным «сметана», «une douzaine de» отсутствует артикль перед «яйцами» и «deux bouteilles d'eau plate» и «две бутылки воды» перед словом «о» – «вода» отсутствует артикль. Разберемся, в чем дело. Речь идет о правиле количеств. «Règle des quantités». Règle des quantités, préposition de. Правило количеств, предлог de. В чем заключается смысл правила количества? Когда перед существительным стоит слово, которое обозначает количество, то перед вторым словом, о количестве которого идет речь, вместо артикля ставится предлог de. Понятие количественности может быть выражено при помощи мер веса, мер длины, мер объема, количественных наречий и словосочетаний, выражающих идею количества. Un morceau de comté. Почему перед словом comté, сыр comté, отсутствует артикль? Потому что мы имеем количество. Un morceau. Кусок. Чего? De comté. Un morceau de comté. Правило количества. Un petit pot de crème fraîche. Маленький горшочек сметаны. То же самое правило действует, правило количества. Количество в данном случае выражено маленьким горшочком. Un petit pot. Un pot – горшочек. Поэтому перед crème убираем артикль, ставим предлог de. Un petit pot de чего? Crème fraîche – сметаны. Une douzaine de. Дюжина яиц. Quantité – правило количества. Une douzaine – 12 штук. De яиц. «Ce sera tout?» – спрашивает бокалейщик у клиента. «Это будет все?» – здесь применено время «futur simple» – будущее простое время глагола «être» – «быть». «Je serai», «tu seras», «il sera» – и здесь он говорит «ce sera tout?» – «это будет все?» Давайте поговорим о времени «futur simple» – будущее простое время. Futur simple – это время, которое обозначает будущее действие, которое произойдет в неопределенном будущем. И вот мы пришли к неправильным глаголам. Что касается формирования futur simple для глаголов неправильных, то есть для глаголов третьей группы, то здесь существует специальная основа глагола третьей группы для формирования futur simple. Так же, как и для conditionnel présent, для условного наклонения настоящего времени глаголов третьей группы. Comme exemple, nous pouvons conjuguer quelques verbes au futur simple. Commençons par le verbe être. В качестве примера проспрягаем несколько глаголов. Futur simple, начнем с глагола être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Maintenant, le verbe avoir. J'aurai. Tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Le verbe aller, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Et tac d'aller. Je vais prendre deux bouteilles d'eau plate. Я сейчас возьму две бутылки воды без газа. Je vais prendre est время futur proche. Давайте посмотрим, что такое время. Le futur proche.
le temps du verbe, время глагола, le futur proche, будущее ближайшее время. Будущее ближайшее время выражает действие, которое произойдет сразу непосредственно после момента речи. Futur proche на русский язык передается при помощи таких понятий, как «я скоро», «я сейчас», «я собираюсь». Время «le futur proche» образуется при помощи настоящего времени глагола «aller» плюс неопределенная форма смыслового спрягаемого глагола. Par exemple, например, «Je vais manger une pomme». «Я сейчас съем яблоко», «Я скоро съем яблоко», «Я собираюсь съесть яблоко». «Je vais dire», «Я собираюсь сказать», «Я скоро скажу», «Я сейчас скажу». Je vais danser. Я сейчас буду танцевать, я собираюсь потанцевать, я скоро буду танцевать. Je vais acheter. Я собираюсь купить, я скоро куплю, я куплю. Je vais lire. Я сейчас буду читать, я собираюсь читать, я скоро буду читать. Je vais crier. Я буду кричать, я закричу, я скоро закричу. То есть действие всегда показывается ближайшее после момента речи. Tu vas manger une orange. Tu vas manger une orange. Tu vas oublier. Ты сейчас забудешь. Ты скоро забудешь. Tu vas faire. Ты собираешься сделать. Ты скоро будешь делать. Tu vas avoir. У тебя скоро будет. Ты скоро будешь иметь. Tu vas boire. Ты выпьешь. Ты собираешься выпить. Ты скоро выпьешь. Tu vas mettre. Ты скоро положишь. Ты собираешься положить. Il va manger une fraise. Он собирается съесть одну клубниченку, он скоро ее съест. Il va écouter. Он сейчас будет слушать, он собирается слушать. Il va comprendre. Он сейчас поймет. Il va répondre. Он сейчас ответит. Il va savoir. Он скоро будет знать, он сейчас узнает. Il va pouvoir. Он скоро сможет, он сейчас сможет. Elle va acheter une voiture. Elle va acheter une voiture. Она собирается купить машину. Elle va dessiner. Она сейчас собирается рисовать. Elle va louer. Она собирается взять в аренду, допустим, машину. Elle va poser une question. Она сейчас задаст вопрос. Она собирается задать вопрос. Elle va laver. Она собирается мыть. Она скоро помоет. Elle va entendre. Она собирается услышать, она скоро услышит. On va acheter des livres. Собираются купить книги или мы скоро купим книги. On va aller. Мы собираемся пойти, собираются пойти. On va prendre. Собираются взять, скоро возьмут, мы собираемся взять. On va crier. Скоро закричат. On va lever. Скоро поднимут или мы поднимем. On va éteindre. Скоро погасят или мы погасим. Выключим свет, допустим. Nous allons acheter un ordinateur. Можно произнести и со связкой. Nous allons acheter un ordinateur. Nous allons saler. Мы сейчас будем солить. Мы скоро посолим. Nous allons appeler. Мы собираемся позвать. Мы скоро будем звать. Nous allons téléphoner. Мы собираемся позвонить. Мы скоро будем звонить. Nous allons irriter. Мы сможем скоро раздражать кого-то, скажем, каким-то поведением. Nous allons goûter. Мы скоро будем пробовать. Мы собираемся попробовать. Vous allez vendre la maison. Vous allez nager. Вы собираетесь плавать, поплавать. Vous allez bronzer. Вы собираетесь загорать. Вы скоро будете загорать. Vous allez attirer l'attention. Вы собираетесь привлечь внимание. Вы привлечете внимание. Вы скоро привлечете внимание. Vous allez dire la vérité. Вы собираетесь сказать правду, вы скоро скажете правду. Vous allez goûter cette soupe. Вы собираетесь попробовать этот суп. Вы скоро попробуете этот суп. Ils vont acheter un melon. Ils vont tomber. Они скоро упадут. Ils vont monter. Они скоро поднимутся. Они собираются подниматься. Ils vont donner. Они
скоро дадут, они собираются давать, отдавать. Ils vont battre. Они собираются побить, они скоро побьют. Ils vont gagner 1000 euros. Они собираются выиграть 1000 евро или они выиграют 1000 евро. Elles vont acheter des fraises. Elles vont valser. Они собираются танцевать вальс. Elles vont embrasser. Они собираются обнять. Они скоро обнимут. Elles vont sortir. Они собираются выйти. Они скоро выйдут. Elles vont partir. Они собираются уезжать. Они скоро уедут. Elles vont dormir. Они собираются спать. Они скоро будут спать. Итак, подытожим. Что же такое время, le futur, proche? Из самого названия видно, что это будущее, ближайшее время, которое произойдет сразу непосредственно после момента речи. То есть, я что-то сказал, и это действие может произойти сразу после. Поэтому мы на русский язык передаем время, le futur, proche, такими понятиями, как «я собираюсь прийти», «я скоро приду», «вы собираетесь купить» и так далее. Образование довольно-таки простое, глагол «aller» в настоящем времени плюс спрягаемый глагол, плюс смысловой спрягаемый глагол, тот глагол, который вы хотите спрягать. Eh bien, voilà, je vais manger une pomme, tu vas danser avec Sophie, nous allons partir à Paris demain, etc., etc. Voilà, voilà quoi. Вот что я хотел сказать по поводу времени «le futur proche». Je voudrais vous dire merci beaucoup de votre attention, mes chers amis. Vous êtes très doués si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette analyse si longue. Bravo pour votre patience. Si vous avez des questions, envoyez-les à, vous voyez l'adresse, et prochainement, vous allez avoir l'analyse du texte suivant. À très bientôt. Я хотел бы вам сказать большое спасибо за ваше внимание, мои дорогие друзья. Вы очень умные люди, поскольку вы дотерпели до конца этого такого длинного анализа. Браво вашему терпению. Если у вас есть вопросы, отправляйте их на адрес, который вы видите. И в будущем вы скоро получите анализ следующего текста. Пока. Всего доброго.